Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о предназначении. На самом деле, оно само слово определяет свой смысл. То есть, что такое предназначение, да? Ты как человек предназначили для чего-то, что он вот в этом воплощении, в этой жизни может что-то сделать такое, чего не могут сделать другие люди, да? То есть, что-то такое важное. И каждый наверняка чувствовал, да, вот, или чувствует даже в данный момент, что для него такое вот, что он хотел бы делать по жизни. То есть такая вещь, которую он, ну вот по сути, даже не может не делать. То есть оно как бы ведет его по жизни. То есть чувствовали вы вот у себя, когда, вот, знаете, вот я хочу, например, там писать, да, произведения, или рисовать картины, или там сочинять музыку. А кто-то, например, хочет быть врачом. Или я, например, хочу по жизни помогать людям становиться более осознанными и счастливыми. У каждого что-то есть такое. И когда вы можете соединиться с самим собой и почувствовать, а вот что такое я хотел бы делать, и что действительно приносило бы радость и пользу как мне, так и другим людям. И вот вы почувствуете такое вот как отклик, когда что-то внутри вас скажет, да, вот это оно, вот я хочу делать именно это. И вот тогда это будет оно, то есть вот то, что мы называем предназначением или миссией, которая есть у вас в данном воплощении. У каждого есть что-то свое. Можно использовать любое слово, но это именно то, что ведет вас по жизни. Если, допустим, не получается вот так сразу получить отклик, можете какое-то время побыть в медитации и прочувствовать это. То есть это обязательно придет. Я как раз помогаю людям понять свое предназначение, потому что когда у человека накапливается большое количество негативного опыта, то вот то предназначение, которое он хотел бы реализовать в жизни, оно как похоронено под этим негативным опытом, потому что нас пытаются переделать. Родители говорят что-то свое, кем они хотели бы нас видеть, друзья что-то свое, потом вот это учителя в школе, в университете, то есть потом на работе, в офисе, то есть каждый что-то пытается нас как-то определить. Сама система пытается нас определить и подстроить как винтик, чтобы мы делали что-то, да, для чего, ну, скажем так, она хочет, чтобы мы были предназначены, да, то есть, потому что часто человека просто используют в системе, чтобы он выполнял определенную роль, но не задумываются над тем, что хочет он сам. То есть, вот эта отведенная роль, это как такое вот, ну, вот винтик действительно в системе. Ты должен быть там, например, врачом, инженером, ты должен быть там юристом, адвокатом, должен быть этим или тем, работать на заводе или выполнять еще какую-то деятельность. Но это не соответствует тому, для чего человек сам предназначил себя. То есть, какую он выбрал для себя, вот, скажем так, роль в этой игре, и что он может сделать здесь наилучшим образом. И вот когда вы в состоянии вот этой медитации поняли, что это такое, то тогда просто реализовывайте это. Если не получается понять, то выпишите на листик, что приходит, да, и на каком-то пункте вы почувствуете этот отклик. То есть вы почувствуете, что это ваше, что это то как раз, что вы хотите делать. Я же помогаю человеку углубиться вот в себя и убрать те вещи, которые мешают понять свое предназначение. То есть, потому что есть много ложных каких-то образов, которые нам навеяли, которыми, вот, я же говорю, система хочет, чтобы мы были, или родители, или еще кто-то. И вот мы устраняем вот эти ложные образы путем нахождения того, как они были сформированы, воспроизведения, и, соответственно, это помогает удалить этот заряд, который влияет на человека, и стать ему осознанным, то есть понимающим, что действительно его и как он может это в жизни реализовывать и достигать. И вот поэтому те, кто хочет действительно понять свое предназначение, попробуйте сначала вот сделать эту практику, когда побыть в медитации и почувствовать, что ваше, то есть почувствовать этот отклик, что придет, что, ну, скажем так, будет действительно вашим, и потом просто реализовывать это по жизни. Вы увидите увеличение жизненной энергии, увеличение вот этой энергии, которая вас ведет по жизни, чтобы как стали на свой путь, если это действительно ваше. А если не ваше, то вы не почувствуете этого, и, соответственно, не будет вот этого прилива энергии. Если, опять же, что-то мешает вам вот прочувствовать это и, ну вот, реализовывать свое предназначение, то вы можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией, и мы рассмотрим, что же вам мешает, и потом проработаем это в сессии процессинга. Вот, все мои контакты, они указаны будут под этим видео, и вы сможете легко связаться со мной в любой из соцсетей. Быстрее всего я отвечаю в Вайбере, но можно писать там, где вам
это будет более удобно пообщаться. Вот мы созвонимся и голосом пообщаемся и выясним, что, какие преграды есть на пути к пониманию предназначения, и потом уберем их в сессии. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья, осознанности. Ставьте нравится этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если не подписались. И, конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, тоже им будет очень полезно. Вот. И посмотрите мои следующие видео. Они сейчас появятся вот здесь, в углах. Два новых видео, точнее, два видео, которые я бы порекомендовал посмотреть, потому что они прольют вам свет, как работает процессинг и как можно убирать заряды самостоятельно. И всего вам доброго, до скорой встречи!